Уважаемые агидельцы, дорогие земляки, вот наступает, приближается очередной Новый год. Как всегда, с Новым годом принято поздравлять всех близких, родственников и пожелать самого-самого хорошего. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья. Вообще бы я посоветовал, встречая Новый год, в первую очередь пожелать с этого года здоровья, поскольку здоровье – это основа основ. Кроме того, мира, счастья, добра. Дорогие агидельцы, уважаемые родители, педагоги, учащиеся, воспитанники образовательных учреждений, организаций, от всей души мне хотелось вас поздравить с наступающим Новым годом, годом синей деревянной козы, которая, надеюсь, нас поддержит в этом году. 2014 год был годом плодотворным для системы образования города Агидель. Есть свои результаты, есть свои успехи. Год культуры, 2014 год, завершается многочисленными мероприятиями, которые мы провели в этом году. Впереди нас ожидает год литературы, который, наверное, ближе всего учреждениям образования. Намечен большой план работы по выполнению мероприятий, связанных с годом культуры. Надеюсь, что мы все это выполним. А для этого нам в новом учебном году, в новом календарном году, я желаю всем от души здоровья, счастья, успехов, чтобы все у нас было только на отлично. Уважаемые агидельцы, в преддверии Нового года от лица личного состава отделения МВД России по городу Агидели хочу поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать всем крепкого здоровья, мирного неба, вам зеленого света на дорогах, чтобы вы не знали проблем, скажем так, вот, касающихся именно с полицией, то есть чтобы в отношении вас не было совершено преступление, чтобы в отношении детей, не дай бог. Всего вам хорошего. Также хочу поздравить наших ветеранов, вам крепкого здоровья. Всего хорошего, успехов, ну и всего наилучшего. Поздравляю всех своих близких, всех телезрителей с наступающим Новым годом. Желаю всего самого замечательного, чтобы все печали и невзгоды остались в уходящем году, а все радости только были в наступающем Новом году. Всем всего самого хорошего, встретить Новый год с близкими и любимыми вам людьми. С Новым годом! Уважаемые агидельцы, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам, чтобы у вас все было замечательно, чтобы здоровье не подводило. Самое главное, чтобы в семьях дома было все всегда в порядке, чтобы всегда дома было тепло, уютно и светло. Всего самого наилучшего. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Пусть настроение будет ярким, как огоньки на елке. Мысли чистыми и легкими, как первый снег, а настроение игривым, как шампанское. Хочется пожелать вам, чтобы новогодняя ночь принесла заряд оптимизма на целый год. Встречайте Новый год с улыбкой. Поздравляю еще раз. С Новым годом. Поздравляю наших дорогих агидельцев с наступающим Новым годом. Будьте счастливы, красивы, здоровы и богаты. Успехов вам в будущем Новом году. Дорогие агидельцы, поздравляю вас с Новым годом. Желаю успехов, счастья, здоровья и исполнение всех ваших желаний. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Пусть этот год принесет нам удачу, здоровье и, самое главное, мирное небо над нашей головой. Дорогие ветераны, от имени Совета ветеранов города Агидель сердечно поздравляю вас с Новым годом. В этом году наша страна празднует 70 лет победы. Все меньше остается в живых фронтовиков тех героических событий. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, чтобы вас радовали правнуки, внуки и дети. С Новым годом, товарищи ветераны! Я хочу всем жителям Агидели, нашего города, пожелать хорошего настроения, прежде всего, в 2015 году. Пожелать оптимизма, бодрости, здоровья вам, вашим семьям, внукам, всем вашим близким. И пусть будет над вашей головой мирное небо, и в ваших сердцах будет только радость от общения с друг другом. Хорошего вам Нового года!